В воскресенье в городе Волосово прошел праздничный молодежный концерт, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации. Я здесь живу, и я тобой дышу, питая силы из твоей стихии. Я о тебе пою, пишу, кричу. Декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а со следующего года указами президента России день 12 декабря был объявлен государственным праздником. 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. С 2005 года 12 декабря больше не является в России выходным днем, а День Конституции причислен к памятным датам России. В программе праздника был показан ролик, созданный волосовскими активистами для молодежного форума «Селигер», в котором молодежь рассказала о главных ценностях, о семье, любви и здоровье. Также на празднике был поднят вопрос о развитии спорта в Волосовском районе. Инструктор по спорту ГДЦ «Родник», тренер футбольной команды «Фаворит» Виталий Богданов рассказал о спорте в районе. Построено огромное количество спортивных площадок по всему району, несущие многофункциональный характер. Открыта прекрасная площадка, платформа для подготовки специалистов по дуатлону в парке «Велес». В ближайшее время планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на центральном стадионе города Волосово, где будет прекрасный бассейн, прекрасные условия для развития пловцов. Очень много сделано в нашем районе, чтобы все было для детей, для развития спорта, чтобы здоровая жизнь была просто с самого начала у нас. Единственное, хотелось бы пожелать, чтобы было побольше желающих помогать в развитии спорта в нашем районе. На празднике выступали исполнители с Волосовского района и города, уже полюбившиеся зрителям. Также спеть несколько песен в Волосовский дом культуры приехал гость из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Алексей Черфас.